Bitlish установит 5000 биткоматов в Европе к концу 2017 года. Согласно Cointelegraph, один фирменный автомат британского Bitlish появится во второй столице России – Санкт-Петербурге. В настоящее время функционирует около 200 устройств. Больше всего биткоматов, 68, находится в Великобритании. Bitlish планирует подключить до 300 автоматов на территории СНГ и около 5000 в Европе.